Схема своеобразна, большая в своем объеме, но есть в Петербурге человек, который о польских архитекторах в Петербурге знает буквально все. Это женщина, которая у нас сегодня, Светлана Левошко. Вы уж извините, без тутой шпаргалки не обойтись. Она доцент Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный архитектор России, член Союза архитекторов России. Я еще добавлю, что она тоже соавтор электронной энциклопедии «Поляки в Петербурге». Встречайте! Это одна из тем моего исследования. И на самом деле возникла не на пустом месте, потому что я давно, уже там, с 95 года, занимаюсь темой архитектуры русского зарубежья. То есть не иностранцы в России, а наоборот русские за рубежом. Ну и в частности, вот этот феномен Россия-Польша, он совершенно особый. Ну, можно, конечно, сказать, что Россия, Франция, Россия, Финляндия тоже всегда это особое. Но тут особость в чем заключается? Особость в том, что считать ли, например, период рубежа 19-20 века для поляков, ну и даже 19 века, для них зарубежьем, да, это же была Российская империя, и поэтому они были в своей империи, и пусть часть Польши это были губернии российские, но также относится это и к Балтийскому краю, и к Финляндии. С другой стороны, после 18 года многие, не слишком много, но многие, и ряд из них очень известных и знаменитых, вернулись на свою историческую родину. И опять вопрос, а считают ли их представителями русского зарубежья Польши? Вот, мы эти вопросы обсуждали со своими коллегами, друзьями, моими польскими друзьями, которые очень хорошо знают эту ситуацию. И не приходим мы к какому-то единому мнению. Однако, если я возьму, например, журнал, который называется «Русский зодчий за рубежом», который в Праге начал издаваться с 1938 по 1941 год, недолго, но издавался. В одном из самых первых номеров я читаю статью, что 15 архитекторов-поляков из России, которые себя позиционируют представителями русской культуры, тоже заявляют о том, что в Варшаве они сделают союз русских архитекторов. Но, к сожалению, не перечислены были имена этих поляков, которые себя таким образом представляли. И это еще предстоит узнать. На самом деле, город Петербург такой, что тут, конечно, было много и французов, и итальянцев, и немцев. И, может быть, даже в тени этих великих имен где-то вот такая польская архитектурная диаспора, сообщество, наверное, правильнее сказать, она вот так вот подзатерялась, потому что мы фокус своего зрения, не настраивали никогда, что это поляки. Все знали, что Мариан Лилевич или Перетяткович – это поляки, но Сальманович, там такие имена, Машинский, там, Вишневский, Подрубинский, Жуковский, до сих пор по многим вопросы, являются ли они поляками. Надо сказать, что я старалась даже свою лекцию так построить, чтобы рассказать не только об известном, о том, что знают все. Я все-таки думаю, что здесь такая очень подкованная аудитория, и
многие знают и подходили сразу сходу, говорят и о Пшеницком, и о Кербидзе, и об их авторстве, как этих знаменитых мостов, тоже сказать, не вся аудитория, это даже архитектурная, знает. Но тем не менее, вопрос выявления вот числа, характера деятельности польских архитекторов, он продолжает оставаться открытым, и это прямо такая целая тема для исследований. Потому что чем дальше, тем больше, и можно даже замахнуться на то, что не просто изучать биографию каждого архитектора, а может быть выявить какую-то эту польскость можно, может быть можно выявить какую-то идентичность именно польскую. И мне кажется, что я стала как-то ее видеть. Мне кажется, что я стала как-то выцеплять вот эти моменты. Но знаю, что эта тема привлекает тоже не только вот авторов, привлекла этого интересного интернет-энциклопедии «Польский Петербург». Может быть, многие о ней знают, она есть в русской версии, и она есть в польской версии. Причем она не один к одному, она не стыкуется прямо вот один к одному. Но, тем не менее, наши некоторые статьи переведены для польской, некоторые польские переведены для наших. И поэтому, погрузившись в эту тему и познакомившись с большим рядом исследователей, которые занимаются не просто именами, а широким спектром, как вот, например, Тамара Михайловна Смирнова, она, например, обнаружила потрясающие материалы о кружке польских архитекторов. Понимаете, это говорит о многом. С одной стороны, люди приехали, здесь живут, работают, получают образование, они погружены в русскую культуру, они еще молоды, юны, они все воспринимают, ну, так скажем, куется даже и характер, может быть. Они в мастерской Померанцева, Бенуа, в ИДИ, в русской, в такой среде. Тем не менее, вот когда я стала смотреть, кто кому помогал, кто рядом с кем жил, кто кому писал письма, я вдруг вижу, что этот срез выявляется. Они обращаются друг к другу за какой-то поддержкой. Они обращаются друг к другу в трудных жизненных ситуациях. И вот, например, организовали даже вот такой кружок поло, то есть кружок польский по примеру того, как был создан в Варшаве при журнале «Зочи». Поэтому даже когда вот это первое заседание у них состоялось в 1908 году по инициативе Галинзовского, и они там сразу раздали друг другу поручения, значит, Лилевич пойдет в библиотеку такую-то, значит, архитектор Шишко пойдет в такую-то смотреть то-то. То есть раздали друг другу поручения, и вот даже по этому списку, а кто там был, опять выявились новые имена. И они ставили такие задачи: сохранение польской архитектуры, выявление польской архитектуры, популяризация ее и так далее. То есть все-таки работа вот такая в поисках идентичности, она все равно была, она проводилась, они искали какое-то свое направление. И вот мне кажется, это видно, знаете, не на репрезентативных, больших, крупных градостроительных объектах, а наоборот на небольших, на дачных, на деревянных, на каких-то небольших брошюрах, которые касались определенного слоя архитектуры. Вот там это есть, это новые такие имена, вот как, например, Карпович. Но тоже мы его не воспринимали, что это польский архитектор. Вот я обратила внимание, что лекция была названа «Поляки, польские архитекторы в Петербурге». Ну, так как я этой темой занимаюсь давно, а что здесь и русские архитекторы, которые приехали там из России, а они там немецких корней, и наоборот. Но вот все-таки методически мы вот с ведущим человеком в этой области, то есть тот, который создал несколько словарей в России, это Аркадий Федорович Крашенинников, посвятил всему, ну, свою жизнь, можно сказать, этому. Все-таки мы пришли к мысли к такой,
что архитектор все-таки формируется в стенах образовательного учреждения. Если он приехал в Академию художеств, ну там молодым человеком, 18-20 лет ему, он в этих стенах, в этой стране, в этом языке, он все-таки наследует традиции этой архитектурной школы. Поэтому сказать, что человек польского этнического происхождения, вот он в Академии художеств или в Институте гражданских инженеров заканчивает эти заведения, и он польский архитектор, это не совсем верно. Это не совсем корректно. Все-таки вот мы с ним, с Аркадием Федоровичем, с его, так скажем, согласия, он тоже увлекался этой очень темой, когда я сказала, что это одна из самых интересных тем, он да, подтвердил, он говорит, 300 лет архитектурно-градостроительных связей России и Польши. Эта тема, в общем, достойна большого исследования. И мы договорились, что мы пишем так и говорим «архитекторы польского происхождения». Потому что все-таки они, уехав на Украину, вернувшись в свои страны, на свою историческую родину, они несут традиции именно той школы, ну, в которой они обучались. Ну, здесь без фамилий, но я думаю, что многие знают, кто это, эти прекрасные лица, молодые и не очень. И даже некоторые фотографии, ну вот, например, у Владимировича Подлесского, это из семьи, благодаря уже исследованиям непосредственно польских исследователей появились. А некоторые, к моему большому удивлению, когда мы начали вот эту работу над энциклопедией, интернет-энциклопедией, к моему большому удивлению, ну, например, фотографии вот эти вот подлинные, ну, самых наших культовых имен, это Мариана Перетятковича и Мариана Лилевича, которые, в общем-то, можно сказать, икона польской такой архитектурной, что ли, наследия, их никто не заказывал. Вот эту фотографию постоянно все перепечатывают, причем в таком, ну, как бы обрезанном виде, вот так вот. А это специальные фотографии Академии художеств, специальные фотографы. Вот именно на этом кресле многие-многие академики запечатлены. Поэтому вот сейчас на этих сайтах новые, хорошие вот такие вот фотографии. Но некоторых имен, очень знаменитых людей, все-таки не так просто оказалось найти, когда я, ну, в общем-то, готовилась к этой лекции. Но прежде чем вот перейти к этим нашим иконам вот, архитектурного наследия, мне бы хотелось все-таки сначала остановиться на тех архитекторах, инженерах, строителях, которые своей именно искусством инженерным внесли огромный вклад формирование ландшафта культурного, архитектурного Петербурга. Ну что такое Петербург без мостов? Над Невой, над Невкой, над там, Крюковым каналом и так далее. А собственно говоря, значит, Кербец, вот представлен у нас здесь на этой фотографии, и Анджей Пшеницкий. Да, вот нет у меня этих фотографий, я не говорю, что их нельзя найти, но забивать все фотографиями тоже не будешь. Это именно авторы знаменитых мостов, без которых, ну, на самом главном пространстве Санкт-Петербурга представлены над Невой. Это Благовещенский мост, это Дворцовый мост, это так называемый французский, или как мы сейчас, ну, новое название, Троицкий мост, все. Борис Михайлович восхищался, что у нас этот объект был местного значения вот, по культуре. То есть сейчас это, конечно, федерального уровня. Они перестроены, они добавлены своими декоративным обработкой. Но тем не менее, вот эта вот мысль инженерная, какую его сделать? Однопролетный, многопролетный, в каких местах должны быть основные опоры, а как он должен быть там разводной, не разводной. Вот все-таки это закладывает инженер, это закладывает инженер, и это закладывает
основу для градостроительного развития не только примыкающих с одной и с другой стороны площадей, но и для города. Потому что это становится путем восприятия, точкой восприятия города. Ну, тут даже объяснять нечего в этой аудитории, что значит мосты в Петербурге, в котором польские архитекторы приняли такое непосредственное участие. Далее. Шишколев Петрович, значит, ой, кстати говоря, это не Шишколев Петрович, он у меня пойдет дальше, потому что до сих пор мы как-то сомневаемся, является ли он поляком, у меня нет подтверждения, однако он лежит в фонде именно польских архитекторов в архиве Музея Института гражданских инженеров. Но тем не менее, перед нами Дитрих, значит, Прадзик Юлий Казимирович. А Прадзика нет, тут двое только. Нет, вот Шишков у меня будет в конце. А это вот Дитрих Адам Иосифович, вот такой представительный архитектор, и Прадзик. Чем они знамениты? Ну, это такой еще в молодом тогда возрасте был, его может и не признать сейчас. Они были даже одно время ректорами Института гражданских инженеров. И, кстати говоря, это вот благодаря исследованиям Жукова Вадима Юрьевича из нашего университета, он прямо такую скрупулезную работу провел, и о них можно подробнейшим образом прочитать на этом польском Петербурге. Вот, ну, призываю знакомиться с этим интернетом. Плохая фотография, но интересная, потому что, ну, некачественная такая. Значит, кого мы здесь видим, кто стоят? Во-первых, профессор Писецкий, который, ну, тоже я сомневаюсь насчет, там, поляк он, не поляк, но фамилия говорит тоже о многом. Мы как бы сначала за фамилию все-таки как-то цепляемся. Дитрих и известнейший историк, теоретик архитектуры, это Иосиф Болеславович Михайловский. Вот Михайловский, и пишут Михайловский, вот все-таки в старых источниках, вот без и краткого, но Михайловский, знаменитейший тоже человек в области чего? А в области того, что он написал такую фундаментальную книгу «Теория архитектурных форм», что ее переиздают до сих пор. Мы Да, это вот он самый такой, знаете, худенький, хотя он уже профессор, вот здесь вот, да, которые отработали уже 20 лет, на этой фотографии написано, те, которые работают больше 20 лет. Более того, он же занимался изучением именно истории русской архитектуры, что меня тоже всегда это, ну, и удивляет, и привлекает. Это говорит еще раз о том, что вот профессионал, человек, который... Вот на самом деле увлечен своим делом, он изучает что-то не связанное именно своей там традицией или своим наследием, а он изучает то, что ему интересно, то, что он преподавал в институте. И вот это, конечно, фундаментальнейшая книга, на которой даже я училась, и ее вот буквально 3 года назад снова переиздали. Это говорит, в общем-то, о том, что насколько это востребовано. Вот, кстати, тут в аудитории у нас сидит одна девушка, которая в том числе Писецким занимается. Она мне рассказала такую историю о нем. Ну, не историю, а факт его биографии. Я не погружалась в каждую биографию. Что он подготовил просто тоже фундаментально энциклопедический каталог архитектурных и стилевых таблиц, которые он представлял в одном из учебных заведений. И вот, знаете, сдается мне, что есть какая-то тяга у поляков каким-то фундаментальным каталогам, энциклопедиям, каким-то, да, на самом деле, Барановский, о котором я вам тоже скажу, все-таки доказали мы, что он у нас поляк, Гавриил Васильевич, до последнего времени мы как-то даже боялись об этом говорить, и на сайт его тоже не поставили. Но, тем не менее, Елена Михайловна правильно, все ее исследования доказали, и род польский и так далее. Другое дело, что не все они были римско-католического вероисповедания. Некоторые из них были православные, некоторые были совершенно обрусевшие, некоторые как бы дистанцировались от этого. Но тем не менее есть вот в этой польской когорте
я бы сказала, ну, такой высокий интеллектуализм и стремление достигнуть в своей профессии высот, осмыслить это, заниматься теорией, издавать книги, журналы. Ну вот, например, самый первый журнал об архитектуре, значит, который издавался вообще в Петербурге. Один из тех, кто, ну, решил этим заняться и, в общем-то, продвинул эту идею, это был Жуковский, издатель первого специального архитектурно-строительного издания «Архитектурный вестник». Ну, вот я знаю инициалы, но я не знаю вот имени точно. Имя многое говорит, понимаете? Но вот инициалов нет, это я из диссертации Бадялова нашла, это удивительный, в общем-то, факт. Об этом я даже не знала, потому что мы многие знаем и строительное дело, городское дело, зодчие и так далее. А вот об этом архитектурном вестнике нет. Вот. Поэтому вот я обозначила, что много есть таких элементов, по которым, вот, кроме имени, отчества, где родился и кто родители, мы могли бы определить, что это поляки. Вот, поэтому... Простите, пожалуйста, а какого времени фотографии? Какого времени фотографии? Вы знаете, я сейчас на память не скажу. Это из какого журнала? Это журнал? Это не журнал. Это был такой маленький сборничек, который я взяла в библиотеке нашего института гражданских инженеров. Но вот там более, ну, там много юбилейных, но в более таком большом формате там было написано, что это профессора, которые отработали не менее 20 лет. Вот это я запомнила. А так, ну, это можно установить, это не так трудно. Нет, как раз мундиров никаких, да? Нет. Ну что, вон он стоит в Кожанке. Где Кожанка? Да вон, Писецкий, пожалуйста. Ну, значит, я плохо вижу. Так, вот это очень редкая фотография, которая тоже, кстати, предоставлена нам музеем Института гражданских инженеров. До сих пор мы не можем определить, какого года эта фотография. Предположительно, она в честь 70-летия ИГИ, предположительно, 12-й год. И что самое ценное, с другой стороны есть подписи. Ну да, она такая маленькая, но она качественная, и если так вот при желании, можно и разглядеть там лица людей. Это выпускники, это и преподаватели, и те, кто не преподавал. Ну и вот в частности на этой фотографии я понимаю, ага, значит, было два Галинзовских, которые там немножечко по-разному писались. Нетрудно там это было все расшифровать. И даже вот в этом, ну, такой групповом снимке, ну, мы видим их немало, они занимают такую достаточную долю. Но, кстати, даже не можем понять, что за особняк, понимаете, хотя провели просто экспертную оценку, кому мы только не показывали этот интерьер, чтобы понять, где же это все-таки происходит. Ну, хотелось бы несколько слов все-таки сказать еще не только вот там, кто же вот изучает архитекторов польского происхождения, вот не только с нашей стороны, а с польской стороны. Один из ведущих, конечно, это Малгожата Милиновская, живущая и здравствующая сейчас в Польше. И вот сейчас пани Эва сказала порядка 100. По крайней мере, в ее книжке, ну, в ее статье более 10 лет назад, она указывает 65, может быть, и 100 уже, я просто на ней основываюсь. И где она пишет минимум 160. Я тоже верю этому, потому что, ну, вот мой рабочий список составляет, ну, тоже порядка 160 имен, где и Институт гражданских инженеров, и Академия художеств. Это два основных заведения, которые выпускала архитекторов. Ну, все прекрасно знают в этой аудитории, почему, собственно говоря, они все ехали сюда учиться. Да? Потому что ясное дело, что после подавления восстания там не было возможностей и именно архитектурного получать образование, не было там строительных комиссий, которые бы утверждали
проекты. Поэтому молодежь очень даже активно ехала, вот особенно в конце 90-го, вот она даже вот и указывает этот период, да, 67-й год, говорящий за себя. И могу сказать, что еще даже в 85-м году для некого исследователя Рузевич, я думаю, это мужчина, да, ну вот я даже узнала, что он в 2009 году вот умер, для него даже готовили в нашем институте гражданских инженеров, ну, такой некий список, ну, и смогли написать в 85-м году только о 9 человеках. Вот они ему подготовили. Но, тем не менее, он это, ну, тоже как-то в рукописном виде заявил. Потом есть еще такая польская исследовательница Едвига Рабуска. И есть исследователи, которые занимаются как бы отдельными именами. И настоящий директор вот, польского института Эва, пани Эва Зуховска, тоже занимается этой темой. И я лично читала ее несколько статей, переведенные на русский язык. Ну, это то, с чего я начала. Фотография, соответствующая тому времени, середины 19 века. И на этих планах аксонометрических, что уж тут говорить, о центре города, о развитии этих частей, которые примыкают к мосту и которые давали толчок для градостроительного развития, и которые не только для градостроительного, не только он функционально соединял два берега Невы, а он влиял, конечно, на художественный образ города, его идентичность. Ну вот эти чудесные черно-белые фотографии тоже нашего высшего преподавателя Антощенкова, который занимается именно художественной фотографией, и которые говорят за себя. И этот мост явился, знаете, таким лакмусовой бумажкой. Вот как мы относимся, ну вот мы, пусть историки архитектуры, вот в российском обществе, ну в тех или иных социально-политических условиях, кто автор чего. Ну вот я, например, встречала многократно, проходит какая-то история, то этот объект, значит, сделал француз, то нет, извините, сделал Воронихин. А потом все-таки вот наступает какая-то ситуация, что оказывается все-таки там Бревна, а там Воронихин ему помог. Так вот, с этим мостом много чего происходило, что в результате, там уже в советские времена, эту знаменитейшую фирму французскую заплыли, Ботиньоль, это сделали только российские архитекторы. Ну, на самом деле, уже там в 2000-х годах даже эта фирма деньги дала на то, чтобы его реставрировали, воссоздали, отреконструировали, поставили те навершия, те памятные доски, которые там были, и он вот сейчас в таком блистательном своем виде. И принял одно из самых активнейших участий инженер, расчетчик Анжей Пшеницкий, который вообще в своем активе 43 моста имеет по всей, ну, в России. Ну, а в том числе вот принял участие в этом знаменитейшем мосте. Ну, еще раз показываю. Причем, вы знаете, вот, например, вот здесь вот Пшеницкий есть. А вот я даже встречаю вот Дворцовый мост, да, Пшеницкий, Дворцовый мост. А вот, например, Троицкий смотрю, а его там все равно нет, вот на этой карте. Вот все-таки есть такой вот момент какого-то, ну, забвения или замалчивания некоторых имен. И мне кажется, что это, конечно, полезно, когда, ну вот, не изучают то, что уже вот изучено много-много. Вот Бенуа, Бенуа. А вот все-таки поднимать, выискивать и преподносить, и вставлять в контекст надо и новые имена, и это очень важно. Ну вот мосты и вокзалы. Кто тут самый знаменитый? И это все поляки, это Железевич, Скоржинский, Варшавский вокзал, это Куплинский, ну пусть Финляндский вокзал был скромное маленькое сооружение, но не решал он никаких особо градостроительных задач. Но тем не менее, вокзал – это не рядовое здание. Оно всегда все равно несет нагрузку, все равно им пользуются очень многие люди и так далее. И все-таки это имя было польское, и я считаю, это полезно вспомнить. Но уже не говоря о Бжазовском, элегантнейшем, утонченном архитекторе, одни фасады говорят за себя.
Чем у нас прославился Болинский? Ну, тоже мы не думали, что это у нас поляк, а вот Екатерина Калида взялась за изучение именно инженеров, вот таких вот мостовиков и тех, кто прославился своим инженерным искусством. Он сделал первый совершенно потрясающий план метрополитена. Но этот метрополитен не подземный, а наземный. Конечно, никогда бы он не был реализован. Но, тем не менее, провел он основные ветки так, как сейчас идет подземный метрополитен. То есть это, собственно говоря, структура, которая в узлах которой железнодорожные вокзалы. И вот эти железнодорожные вокзалы – это первая основа, которая потом развивалась. И вот Болинский, он предложил этот наземный метрополитен. И, кстати говоря, этот проект очень хорошо знают в Финляндии. И как-то мне пришлось сделать доклад по метро. И вот они прямо знают это и рассматривали. И он, знаете, так сделан в таком духе, как потом в 20-е годы вот представляли город будущего. Ну, конечно, он разрезает панорамы, он, значит, перерезает все наши там знаменитые виды открыточные. Но, тем не менее, он решал вопросы транспортные, и их как бы надо решать. Вот, совершенно потрясающая судьба вот у этого господина Рудольф Андреевич Железевич. Чем она знаменита? Закончил он не здесь, он прямо вот поляк-поляк, иностранное у него значит, образование, и сделал он очень много. Он построил, по его проектам построены все объекты от Петербурга до Москвы. И даже вот художник Кольбе, целый пакет сделал рисунков, как сейчас бы сказали, сейчас даже такая специальность у архитекторов есть, визуализатор. Вот эти вот у нас визуализаторы, это молодые архитекторы, начинают с того, что маститых архитекторов, авторов проектов визуализируют на компьютере. Вот это сейчас визуализируют на компьютере, а вот визуализировали от руки, акварелью и вот целый пакет вот этих вот вокзальных сооружений. Вот крытый перрон Петербургского вокзала. Это тоже все его постройки, прошу обратить внимание. Ну, тоже вполне достойные, пусть они не какие-то очень знаменитые, навряд ли кто тут прямо вот знает эти постройки, но тем не менее они заполняют ту самую ткань города, без которой нет этого города, потому что чтобы была доминанта, надо, чтобы была и ткань. А где он учился? А вот вы знаете, везде написано, получил образование за рубежом. Не знаю, где он учился. Может, в Париже, может, в Мюнхене он учился. Но, по крайней мере, считается, что он принял участие очень... Пожалуйста, вот он в 70-м году, да, скончался. Просто там вот на тех фотографиях, которые показали, там уже такой модерн явный там. Или там просто перестраивались здания после уже... Вы какие здания говорите? Вот там, следующая фотография. Там. Да, конечно, перестраивались. О чем тут говорить? Вот. Потому что вот мы, например, знаем все прекрасно, там, что вокзал петербургский, это все-таки тон, да? Ну, тон и тон. А я уже не говорю, сколько было на конкурсе, были первые места, и там многое, что он придумал, Железевич, и с перроном и так далее, туда это интегрировано, инкомпорировано. То, что мы просто даже не замечаем. Но тем не менее, он был главным архитектором именно Министерства по строительству железной дороги. Ну, вот Станислав Бжозовский, и я так пишу, как пишет Амелиновская, хотя вот у нас везде буква «Р» еще есть, Бржозовский. И сразу фасад, хоть и в ряду, конечно, утонченнейшая проработка, очень красивый, элегантный. И, тут видно рука такого очень талантливого архитектора. Заодно только его Витебский вокзал, хоть он и не один делал, и был и Островский, вот тоже фамилия кое о чем говорит, и Сангайло Михайлов, но это он литовец, и интерьеры с Симой Минышем делал. Но, тем не менее, тут прямо вот
эти объекты, царский павильон и потом вот Витебский, это уже, конечно, к Вагнеру австрийскому, ясно дело, что он к нему обращался. Но все архитекторы на ком-то основываются, обращаются. Я сама архитектор, знаю, как это происходит. Потому что все равно человек варится в этом какой-то культурной среде, в этом культурном котле. И это нельзя говорить, что он срисовал, списал, взял. Это человек, способный к освоению, и все равно это все перерабатывается. Известный всем вокзал. Вы знаете, я вам сейчас покажу несколько вот фотографий. Простите, не очень хорошего качества. По поводу Бжазовского. А он в 30-х годах умер. Ну, давайте смотреть, что тут написано в каком-то... Там большой вопрос. Ну, вот видите вопрос. То есть неизвестно, где он умер. Вот вы знаете, Польша... неизвестно. А нет, то, что он умер, он в СССР умер. Но вот в каком году? В 37-м. Где, простите? А что же? Конечно. Он же уже... Да. Видите, 30 и какой? Может, 37-й год? Не знаю. Есть тут у меня несколько архитекторов, у которых дата смерти 37-й год. Многоговорящая. Вот, знаете, я бы хотела почему, ну, указать на эту фамилию. Наверное, правильно делаю ударение, Игнатович? Что Игнатович, да? Вот, не очень хорошие снимки, потому что я воспользовалась City Walls. Почему? Потому что, к моему удивлению, например, Малгожата Милиновская назвала его, ну, конечно, самым заслуженным, самым вот известным архитектором, в Петербурге являлся вот Оттон Людович Игнатович. Ну вот я вам честно могу сказать, мы плохо его знаем, нет о нем никаких особенно биографических справок. Ну, конечно, человек, который запроектировал 43 здания в Петербурге, причем это не маленькие домики, это многоэтажное здание, вот почти напротив там моего дома, недалеко, это по Фонтанке, это все доходные дома, это утрачено, вот она в черно-белом. Но, тем не менее, он не нашел своего исследователя. Тем не менее, о нем нет персональных, монографических каких-то домов. Но, наверное, если польский исследователь, один из ведущих, считает, что этот человек очень заслуживает внимания, называет его одним из самых, вот она прямо так его и называет, один из самых заслуженных и знаменитых, это архитектор Игнатович. Вот. Хожу постоянно на канал Грибоедова, 112, там у нас, значит, контора некая жилищная расположена. Тоже даже я не знала, что это слегка изгинающийся дом. Ну, как его отмечают? Что пишет Высоченко про него в книге «Архитектор Петербурга» конца 19-го, начала 20 века? Что он очень тактично в среду, в ткань застройки вписывал свои объекты. Очень был корректный, тщательный, прорабатывал хорошо планировки. Но вот, наверное, он изучил эти планировки, вот он об этом сказал. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вот это имя, ну такое явно польское, и его отмечает ведущий польский исследователь, все-таки оно было. Ну, об Адаме Иосифовиче Дитрихе я уже сказала несколько слов. И вот что интересно. Он, опять же, в наших словарях везде показан как специалист, ну то, что он был ректором, это все понятно, Института гражданских инженеров, недолго, но был, порядка двух лет, где-то так, 27-29 год. Он был специалистом по учебным заведениям. По их комплексам. Он многое построил на территории Большого университета и, например, в Императорском ботаническом саду. А когда о нем пишут, что он из себя представлял, то упоминают сельскохозяйственный институт на Украине, какой-то институт в Одессе. То есть он был таким вот специалистом именно по, в частности, учебным заведениям и лечебным заведениям. Вот это очень известный такой санаторий общества последователей гомеопатии в Сестрорецке, книжку он выпустил, типовые проекты сделал. Ну, согласитесь, очень профессионально, очень симпатично, привлекательно. А сохранился этот дом? Я вас умоляю, нет, конечно. Нет, не сохранился. Этот дом, это чудо не сохранилось.
Не правда ли, как будто мы находимся, ну я не знаю, может быть, в Польше или в Германии, но явные такие вот западноевропейские мотивы, черты, фахверка архитектуры, деревянных таких балконов. По-моему, такая архитектура, ну, очень украшала пригороды Петербурга своей таким вот западным, таким европейским налетом. Кто его знает, может быть, именно потому, что это Дитрих. Видите, когда он в городе, он такой тут строгий. Строгий, тут ничего лишнего, тут лаборатория, тут то, все. А здесь, что называется, душа раскрылась в курортном районе Сестрорецкий, и можно, так скажем, вольно поработать. Ну, дошли мы до иконы нашей польско-архитектурной сообщества. Ну, буквально тут самое главное, о которых вы все, конечно, знаете. И добавить мне, собственно говоря, особенно нечего к тому, что Кириков писал. Ну, только то, что он из семьи, где, в общем, брат у него был, например, я когда тоже там погрузилась в эту тему, там очень известный пианист, что из очень интеллигентной, такой творческой семьи, вот это вот тоже прелестная фотография молодая, молодого Лилевича. Ну и вот то, что он начинал с таких вот особняков уже такого изысканного неоклассицизма, да, известный особняк Покатиловой на Каменноостровском, ну и самое разызвестное здание, оно, это, конечно, самый настоящий неоклассицизм. Это мы завершаем улицу, ну, видом большую конюшенную, рядом вот с этими зданиями он, конечно, стоит прямо как принц некий. И, конечно, это эпоха модерна, это, конечно, эпоха такая синергетическая. С одной стороны, мы видим это здесь ордерный такой ряд, а с другой стороны громады вот этих стеклянных витражей. Ну, сразу видим, ну, размер, талант человека, вот архитектора, его творческий потенциал, говорить даже и нечего. Несколько, ну, так, чтобы напомнить, вот его выдающееся, конечно, сооружение, дом Соловейчика, я тут еще в два раза, потому что уж больно он такой, как бы сказали в Прибалтике, латышские исследователи, они бы это назвали вертикализмом, такой стиль вертикализма. Как-то у нас этот термин не очень принятый, поэтому я так не говорю. Ну и таким вот рядом показала, что даже на каком-нибудь жилом комплексе товарищества или там каком-то доходном доме, ну все равно чувствуется вот этот уровень, вот крупность архитектора, особенно когда рядом с теми, которые сделали 43, пусть он сделал 10. Но эти 10, они, конечно, и стоят в нужных местах. И это зачастую не просто доходные дома. Вот мы когда берем Перетятковича или Лилевича, это банки, это какие-то крупные представительные здания. Доходные дома есть, но это такой рядовой материал. А все-таки, когда мы на Вавельберга дом смотрим, или там Международный банк, это, конечно, сооружения уникальные, они не тиражные. Поэтому, естественно, они играли большую роль, ну, в такой градостроительной, в градостроительной структуре. Потому что есть рядовая застройка, которая тоже нужна, но нужны и доминанты, вот эти кристаллы, эти самые главные объекты. Ну, во многих, ну, такой литературе, я так вижу, например, сибирский торговый банк там Лилевич. Но погрузившись в эту тему, все-таки я обратила внимание, что Лилевич, он принимал участие в перестройке его под именно банк. А первый автор называет это Ершович. 905 год – это год такого альянса прекрасного творчества двух этих выдающихся талантливейших архитекторов, дом городских учреждений, который тоже, конечно же, и играл такую важную градостроительную роль. И вообще вот эти все объекты, которые я показываю, естественно, они формировали вот этот пространственный каркас общественных зданий,
вот без чего нет крупного города, нет, без чего нет столицы. В каком-нибудь маленьком городке, милом, там достаточно одной церкви. А все-таки такое огромное протяженное пространство, которое расчленено, и в каждом должно быть что-то главное. Вот его коллега Перетяткович, Мариан Перетяткович, и самые его знаменитые постройки. Ну вот, по мнению, например, Владимира Григорьевича Лисовского, он считает, что в этом месте, на этом перекрестке, оно даже слишком громадное, оно даже не очень оправдывает свое градостроительное положение. Но тем не менее, вот у него была такая тяга к такой монументализму. Ну тут специально проект привела в пример, а не само здание известное, Российский торгово-промышленный банк, понимаете, не банк там чего-нибудь. Российский торгово-промышленный банк это как бы заказал сейчас, ну, Сбербанк России. Ну, не каждому архитектору заказывают. Это достойные, богатые клиенты и соответствующая должна архитектура. И это достается именно Перетяковичу. ВТБ скорее. А? ВТБ скорее. Ага, или ВТБ, да. Это достается Перетяковичу, это достается Лилевичу. Я вот про себя думаю. Вот понимаете, вот не вижу я в этих заказах такого какого-то угнетения. Вот есть такой момент, что иногда говорят, ну там достается все местным, а вот те, которые приехали, все, им не достается. Ну как, например, русские поехали там в Эстонию, вот Владовский должен был доказать себя, там его ненавидели, считали его русофилом, что он протаскивает безродную классику, вот, и так далее. Хотя, кстати говоря, поляк по одной стороне, этот Владовский по отцу поляк. Ну, на самом деле, я выяснила это совершенно недавно. Да, потому что вышла книга новая Пономарева Андрея в Москве, есть такой историк, и он поднял всю подноготную, он из старинного польского рода. Но сам вот считался глубоко человеком русской культуры. Это не считается, простите. Святополк Мирский был из польского рода, но он был никаким не поляком, а русским министром внутренних дел. Хорошо, я вас поняла. Одним словом, я хочу провести другую мысль. Я хочу провести мысль о том, что распределение заказов не было ни по какому вот этому этническому принципу. Что, ага, этот заказ российско-торговый, мы будем давать тому-то, тому-то. Это нужен был талант, это нужно было как бы, вот, значение архитектора, как Лидваль, да, швед там по образованию и так далее. Это я убедилась, и еще вам приведу те же самые примеры, потому что и польские студенты, которые представляли даже своей там национальной какой-то характеристики, особняки, дачи, премировались, им давали первые премии. И никакого вот такого сегрегации или отодвигания людей другой этнической принадлежности этого не было, по крайней мере, в архитектуре. Это я говорю точно. Вот. Мне бы хотелось, чтобы это вообще какой-то бы заставкой было к моей лекции, потому что, конечно, вот этот удивительный совершенно объект, да, церковь Нотр-Дам-де-Франс, Ковенский Сем. Да, архитектор у нас Бенуа тоже, извините, француз, да, по отцу, и мы знаем, что он в разных стилях строил, но вот приглашение Перетятковича, вот по его воспоминаниям, очень вот эту церковь, а, преобразили, и, б, дали ей четкий налет именно северного модерна. Об этом пишут все исследователи, что первый проект вот этого налета именно северности, именно вот этой балтийскости не имел. Это придал эту роль именно Перетяткович. А вот. Извините, пожалуйста, а вы не написали, когда Перетяткович родился и умер? Да что вы говорите? Честно, каждым годом. Ну ладно, хорошо, я вам скажу, когда он родился... В 1916 году, хорошо известно. В 16 году он умер, да. Нет, я родился в 1872 году и умер в 16 году,
никуда не уезжает. Нет, он уехал в Киев. Он приехал, там была жареща, и у него был инфаркт. Вот и все. Вот. И не старый человек, как был, да, вот к этому времени. А фигура вот Галинзовского тоже не так много зданий, но он удивителен своей общественной накалом, своей такой профессиональной бурной общественной деятельности. Вот он был глава как раз кружка архитекторов при Польском обществе любителей изящных искусств. Ну вот нашла только вот такую вот, ну, старую довольно, ну, вернее, ну, молодого Галинзовского, но вот в зрелом возрасте мне не удалось ее найти. И, конечно, вот этот знаменитейший дом Перцова на Лиговском 44 совместно с инженером Машинским. Совершенно тут был удивительный план сделан им. Вот считается в истории архитектуры, что это прообраз блок секционного дома. Вот в этом первом доме. И буквально каждый архитектор польского происхождения отметился той или иной римско-католической церковью. Какой-то церкви там повезло, она осталась хотя бы без этого, но, насколько я знаю, она и не была, да, век ее. И изучая эту тему, могу тоже сделать такой вывод, что именно архитекторы польского происхождения, разрабатывая вот эти римско-католические церкви, продвинули на территории России именно неоготику. То есть вот неоготика прежде всего, это в их произведениях. Причем это именно неоготика. То есть это, собственно говоря, модерн в готическом духе. Потому что если вот посмотреть, это, конечно, у него много очень модернового в этой церкви. И это именно архитекторы польского происхождения. Ну, я не буду, видите, я не рассказываю. Каждый вот этот архитектор, они отмечались и в Москве, и в Полтаве. Они строили во многих городах России. Ну, наверное, я просто сосредотачиваюсь. Но, собственно говоря, тот же самый Подвески, например, строил в Киеве, создали там одну из знаковых таких церквей в готическом духе. Но вот эту неоготику привнесли в эпоху модерна именно архитекторы польского происхождения. Но что я хотела сказать о Тречинском Стефане Самойловиче. Вот я считаю, что это недооцененный архитектор у нас в истории архитектуры. Вот на мой взгляд, он представляет из себя, ну, не меньше, чем Перетяткович или Лилевич. Он совершенно гениальный архитектор. Этот архитектор, который мог все. Он строил в любом стиле. Более того, он так проник в суть древнерусской архитектуры, что созданные им произведения Федоровского городка или вот собора Федоровской иконы Божьей Матери, ну, это просто шедевры. Вот считаю, что он достоин, ну, там, я не знаю, кандидатской диссертации какой-нибудь, то есть о нем нужно монографическое, не статья большая, а именно такое крупное исследование. Ну, слушайте, один дом Щербакова, что под Гатчиной из себя представляет, это какой-то такой балтийский модерн. Там такой же был интерьер в этом балтийском модерне. Удивительное произведение художника. Макинтош, да, оно же все оттуда идет, понимаете? Да. И вот он построил в таком стиле и забыл. Все, он в таком стиле не строил. Но это, понимаете, когда есть какой-то стиль, всегда что-то на что-то похоже. Естественно, это тоже. И на Макинтош, и там Красный дом, и Вильям Моррис, и так далее, и эти ремесла и искусства. Но, тем не менее, это совершенно оригинальное произведение в Гатчине, которое создал этот художник. Он остался? Простите. Остался, да, сохранился. Да. Скажите, а что там с мемориальной доской висит? А мемориальная, посвященная Щербакову. Только не Щербакову, а Щербакову. Щербаков, да. И сейчас там музей именно художника-сатирика Щербова, правильно? Вот. Ну, ругаются, что не очень хорошо там все это сохраняется, но тем не менее особняк этот продолжает иметь место быть. Ну, тут в макете поиски какие-то и живой собор Федоровский, который вот в последнее время отреставрирован. И, конечно, совершенно удивительное произведение Федоровского городка, которое во всех произведениях наших
художников, там, и Нестерова, и все, вот этой эпохи модерна, представляет именно древнюю русскую архитектуру. Ну, вот такие кульбиты истории, когда Михайловский занимается историей русской архитектуры, когда Федоровский городок, он же вообще это хотел сделать, и чтобы там и интерьеры, и люди ходили в определенной одежде и так далее. Ну, целый такой сценарий. Конечно, в нем можно снимать фильмы, потому что это, ну, удивительное, созданное накануне, значит, революции этот объект, который немножко там до конца даже не достроен. И, а вот этот объект, который достоин такой отдельной монографии, потому что это же, собственно говоря, вот это вот в баре, это Щусев, которого все знают и изучают, и любят, а это Кричинский. К этому объекту тоже многие архитекторы, так скажем, приписывались, но тем не менее это его объект, и может быть Щусев и не знал об этом его проекте, я подозреваю, такое может быть. Потому что им было заказано, чтобы новгородский образец стал, ну, основой. И тот, и другой делали на основе этого новгородского образца. Но тем не менее, я сравнивала новгородский образец, и вот этот вижу, что все равно он немножко все это вытянул, он немножко все это удлинил, пропорции чуть-чуть изменил, что, собственно говоря, делал и Щусев. У меня вообще было долгое подозрение, что это был его проект, использован вот в этом Барградском комплексе монастырским Щусева. Но тем не менее исследователи именно Щусева, ну, в общем, считают, что Кричинский никаким образом тут не был задействован. Ну, всем известная мечеть без комментариев. Единственное, что бы я хотела сказать по вот этому поводу, я недавно прочитала исследования одной искусствоведа одного, который является специалистом по мечетям. И она, в общем-то, своим исследованием доказывает, что роль Кричинского в создании этого проекта намного больше, чем мы думали. Потому что мы не так хорошо знаем вот эти знаменитые мечети и в плане их формирования, технологий и так далее. И вот эта исследовательница, которая именно мечетями мира всего занимается, она на примерах архитектуры образцовой, как бы, что взял Кричинский. Ну вот она доказывает, что его роль была не вспомогательной. Ну, известно, что это значит, Васильев делал, якобы Гогин, но Гогин, он больше как начальник там был, хотя все трое расписывались. Ну, в общем, вот она доказывает на примере использованных образцов, что именно его путешествия в эти места, а он в юности туда ездил, да, что недаром его пригласили, потому что у него корни же вообще считаются там литовские краины, да, что там вот есть татарские корни, долго я пытался разобраться, в чем это там татарская составляющая. Ну вот как о нем пишут, что татарские караимы, но все равно польские. Польско-татарские караимы, да. Ну и принял участие и в этом сооружении, как и второй поляк Подлески, тут тоже известное сооружение, ну, принял в нем участие, тоже видите, все настолько знаковые, значимые, они настолько разнообразные, что дом эмира Бухарского, в котором он жил, в квартире там номер 4, с которой он уже его в последний путь отправили. Кто тоже совершенно... Кричинский. В 19-м году. Вот. И эмира Бухарского. Он здесь жил, в этом доме, тут его квартира была, и здесь он, собственно говоря, и умер. И, конечно, такие дома вот с внутренними дворами, курдонерами, это, во-первых, отражает вот эту эпоху, и, во-вторых, вот меня, например, поражает в нем, ну, совершенно такое разнообразие. Это один из лучших образцов ретроспективизма в Петербурге. Федоровский вот этот городок – это один из лучших примеров ретроспективизма в русском стиле. Этот особняк Щербова,
это один из лучших образцов балтийского модерна, просто совершенно уникален. Ну, в общем, недооцененная фигура, считаю, ему нужно уделить больше внимания, о нем нужна фигура. Простите, пожалуйста, извините, вы вроде. А почему он так рано умер? Почему он так рано умер? В 23-м году, это не 13-м, в 23-м номер. А что, у меня написано? Там была ошибка. А, ну он в 23-м. Он в 23-м году умер. Годы борьбы с рыбой. Вы знаете что? Вот он умер в 23-м. Вот вы откройте, пожалуйста, сайт «Польский Петербург». Я автор вот об этом Ключинском. Вот все, что я о нем знала, я там написала. Но так как это уже было два года... Здесь, да, да, в Петербурге. Ну, да. В этом же доме. Да, в этом же доме. В этом же доме умер, отсюда его... внимательно слушаете. Да. Но вопросы из зала, они тоже всегда очень интересны. Один из тоже ну, архитекторов, который всегда привлекал мое внимание, это Подлевский Осип Владимирович, который не очень известный. Специально сделал на первом слайде, показала, что и он в закарпатском, таком в карпатском стиле, таком национально-романтическом отметился. Вот церковь такая была на Успенском католическом кладбище, не сохранилась. И, кстати говоря, не видела я ни одной приличной фотографии ее реализованной, хотя она была реализована. Но он был архитектор Рерих, вот этого произведения, все его знают. Но, тем не менее, Подлевский был его правой рукой, он возглавлял проектно-чертежный отдел, он жил рядом с этим, он даже здесь квартиру себе рядом построил на Лесном, где родились все трое его детей. Он один из ну, вот, равноправных авторов вот этого комплекса и многих сооружений, которые стоят на этом, в этом парке. И он потом там преподавал и вел архитектурное проектирование. Ну, то есть это громадная часть его жизни Подлевского. И даже если бы он одно это произведение в Петербурге оставил, уже говорит о его огромном таком, ну, роли формирования города. Ну, в частности, вот этот его объект, вот этот его объект. Я бы хотела обратить внимание. Ну, тоже это эпоха модерна, конечно, тем не менее. Вот это уже такая новоевропейская система градостроительная, когда к существующему зданию он пристроил, ну вот так вот уже конкретно к фасаду. Это такая новоевропейская традиция, потому что, конечно, русская традиция, это храм должен, ну как бы его можно обойти со всех сторон, он должен стоять отдельно, повыше и так далее. А вот так, когда на пересечении, да еще и впритык к зданию, объединяясь с ним, это такая западная традиция. Простите, пожалуйста, а вот это что за каланча? А это водонапорная башня. Блеснов. Да, Блеснов. Вот, тоже принял участие в строительстве этого объекта. Ну, вот подчеркну, ну, что эти вот прекрасные черно-белые фотографии по осени сделаны. Это вот Сергей Ионов, который был на Польском Петербурге с польской стороны. Он, эти фотографии представлены все на сайте. Народный дом архитектора Григория Политовича Лицедарства. Вот понимаете, тут можно тоже говорить вопрос. А вот как вы, вот, ну, вот, почему вы считаете, что он поляк? Ну, я могу сказать тоже, что он был представлен на выставке 78 года польские архитекторы на Неве. Вот он был представлен. Вот какие у них были основания, потому что Григорий Политович, ну, не знаю. То есть трудно, у меня нет каких-то оснований, кроме того, что это лежит в разделе и что он принимал. Его работы были представлены на выставке «Польские архитекторы на Невой». Ну, так, я вот сейчас посмотрю, есть ли у меня, да, Лицедарский. Значит, родился он в 1870 году, а умер он в 1938 году, причем во Франции. Поэтому вот то, что он во Франции, это вот тоже как бы я установила. Тут поэтому у меня появляются сомнения, почему он не поехал в Польшу, почему он поехал во Францию. Вот тут я не знаю. Поэтому я представила, потому что это автор громадного здания.
Часть от него только осталась. Кто только не хотел построить этот народный дом, а построил именно он. Ну и вот совсем как бы такое новое имя, которое мы включили вот в этот пул архитекторов польских. Ну что Владислав Станиславович Карпович — это поляк, это понятно. Это он сидит рядом с Ваулиным. Ваулин художник, значит, в такой накидочке сразу видно, что это художник. А это, значит, Карпович. Карпович кое-что построил, но как бы отличился тем, что строил в пригородах Петербурга. Ну, в частности, построил вот эту дачу Гельдвейна, который был тоже компаньоном Ваулина, который основали в Кикирино вот свои керамические мастерские. Ну, вот на станции Удельная, и всегда пишется в северном модерне. Но когда я увидела проект непосредственно этой дачи, фасады его, его декор и его описание, он пишет, что это сделано в карпатском стиле. То есть вот тут вот этот неорусский, северный модерн, карпатский, они, конечно, похожи друг на друга, потому что это все модерн. Но, тем не менее, в этом доме для своего друга Гельдвейна, компаньона, он строит именно в карпатском стиле и представляет это, ну, вот, вот эти вот детали в виде вот такого вот солнышка, вот это вот он сам непосредственно стоит, в своей книге, которая называется «Дома и особняки». И в этой книге «Дома и особняки» он представил много своих проектов, но он не пишет, что это он. Но я установила, что это он. И в частности об этом доме он написал, что это сделано в таком национальном польском стиле. Ну тоже, мне кажется, это интересно, это подчеркивает. Ну вот знаменит он в основном тем, что он сделал вот реконструкцию особняка Брема, архитектор Гребенка, и это деревянный особняк, он привнес вот эти майолики сюда, такие модерновые, как раз из кикеринских мастерских, вот это вот крупная резьба, кстати, это сейчас есть музей истории города Петербурга, это один из его объектов, но непосредственно, видите, пишет так, особняк в губернском городе, фасад. То есть он не указывает ни чей этот особняк, ни что он автор этого особняка, потому что эта книжка, ну, как каталог, вот чтобы у него покупали проекты. Поэтому, ну, известно, чей этот особняк и так далее. Вот тоже интересно, чем занимались молодые архитекторы, поляки и ИГИ, когда у них была какая-нибудь тема типа дачи. Вот, пожалуйста, Владислав Брастовский, Моровицкий, Павловский, Сикорский. Вот все это построено, конечно, в таком северном модерне. Все это в таком национально-романтическом духе. Это даже сделано, ну вот здесь, например, написано «Проект особняка на берегу Северного озера». Видите, такое вот Северное озеро. Вот здесь вот такой обрыв, море, здесь какая-то скала, здесь беседочка. Ну это прямо вот сумка. Это вот Финляндия, это вот влияние такое. Но почему, я думаю, это происходило? Я думаю, что все-таки вот эта эпоха, да, модерна, вот все-таки климат художественной такой свободы, такого взаимовлияния и западноевропейской архитектуры. И вот способность русской архитектуры все это перемалывать себе и все это воспринимать. Мне кажется, вот выражается в том числе и в этом. Вот в этих проектах Карповича, кстати, которые завоевывали первые места в конкурсе, объявленной Академией художеств, и в этих проектах молодых людей, поляков. Причем у этих молодых поляков я посмотрела руководители. Это совершенно никакого отношения к северному модерну. Они совершенно не продвигали эту стилистику. Это вот такой общий дух. Это вот такая модная тема. И молодые люди вот продвигают эту тему, развивают в ней. Я бы хотела показать вот эту обложечку каталога, посвященный Шишко-Бобуш Адольфу Поликарповичу. Я так понимаю, что это польская автор, несмотря на то, что у него фамилия Голубева, потому что я видела ее именно в Кракове, реакция на архитектуру, значит, модернизма. И хочу сказать, что вот это совершенно польский архитектор, очень знаменитый, много построивший, ну там
их новаторское время работавшие. Но вот, например, в архиве графики в музее истории я видела его проекты, когда он учился здесь, в Академии художеств, в закопанском стиле. И это было сделано в Петербурге. Точно так же, как Виткевич Станислав делал проекты в закопанском стиле особняков для Петербурга. Ну, другое дело, что именно в Петербурге они не были реализованы. Ну и хотела сказать тоже как бы вот такими новостями поделиться о Барановском, значит, Гаврииле Васильевиче, который, ну как бы по своей фамилии тоже мы предполагали, что это поляк. Ну вот отец Василий Иванович Барановский, мать Розалия Константиновна, урожденная Малиновская, может только у нее мать была по польской такой линии. Но, собственно говоря, вот род герба араба был установлен только на могильном камне его сына, который умер в Швеции. И там есть могильный камень, на котором написано «Василий Гаврилович Барановский, род герба араба». Вот, вот это дало вот этот толчок, чтобы мы что-то могли тоже определить. Но судя по тому, что он православный, судя по тому, что он никогда это не позиционировал, он ни в какие кружки не входил, ни с кем, ни в какие такие вот альянсы или каких-то авторских коллективов тоже замечен не был. Но, тем не менее, это интересные факты, и, значит, и такие были архитекторы, которые как бы, они, пусть даже по стороне матери польской, но это очень значимый архитектор, но одна его энциклопедия всем тому говорит о многом, как его не только широко известные постройки в Петербурге, там или сельские дома, географическое общество, но и вот такие вот виллы, которые он строил на Карельском перешейке. А здесь я специально привожу вот пример тех архитекторов, которые, ну, например, исследователь Никоненко Сергей Витальевич, который статью написал о польских архитекторах, он смело написал. Лишневский у него, Лицедарский, они у него все поляки, я не знаю. Потому что, ну вот, этот, я говорю, умер там во Франции. Этот, возможно, это польский еврей, потому что... Брат Пилсудского умер во Франции, что же вы не поляк? Ну, ладно, хорошо. Вот, вот, например, Писецкий Владимир Николаевич. А вот почему Писецкого Владимира Николаевича Сапко записал в свой словарь, в том номер 3? Потом же на поверку получается как? Какой-нибудь... Казимир Галиадорович всю жизнь у нас считался Константином Георгиевичем, ну, например, Скалимовский. Скалимовский у нас писался Константин Георгиевич, а он Казимир Галиадорович. Поэтому вот Писецкий Владимир Николаевич вот вошел к Сапко, тут нужно тоже подумать. И много-много еще таких имен, которые требуют, ну, какого-то своего исследования. Своего исследования, ну, это я привожу пример работ Лишневского, потому что вот Никоненко, например, ну, смело в свой словарь включил и его. Ну, его постройки тоже всем известные, доминанты, там на 5 углах, на Садовый угол с Вознесенским. И этой чудесной фотографией Антощенкова я завершаю свою лекцию. Спасибо большое. Конца. Много нового, много интересного, но, возможно, есть какие-то вам вопросы. Конечно. Пожалуйста, вот время. Можно вопрос? Скажите, вот Кричевский, я читала Кричевский, что он, когда работал над мечетью, он много, ну, как я говорила, я читала, что он ездил как раз с Маркан, и настолько вот этой культурой так заинтересовался, что перешел в мусульманство. Вот этот, ну, как... На самом деле, это факт, я просто это точно не знаю. Просто я в такой научной популярной литературе читала, поэтому мне интересно, правда. Ну, знаете, вот я такого факта, что он стал мусульманином, я вот не принял знаю. Принял ислам, как они сказали, да. Принял ислам. Ну вот я не могу сказать, однако, понимаете,
именно мусульманское общество в Петербурге пригласило его стать соавтором вот этой мечети. Да, но я читала, что он очень много, как вы сказали, что он очень много туда влияет. И вот вы знаете, вот тот автор польско-татарский Светлана... Светлана Михайловна, и забыла ее фамилию. Ну, в общем, короче, выйдет скоро такая книга, которая называется «Поляки в России, русские в Польше. Связи архитектурные». И там вот огромная статья вот этой Светланы Михайловны, которая именно посвятила Кречинскому вот с точки зрения его роли в этой мечети, и доказывает о том, что да, вот потому что он лучше его никто не знал, мусульманскую архитектуру, что он был мусульманином и так далее, но, наверное, на каких-то архивах основах. Да, вы это прочитаете. Вы не могли бы прояснить судьбу одного из первых произведений Перетятковича? Это «Церковь Спаса на водах». Вот, на водах. На водах, да, наверное, так точнее. Вот, это в честь погибших в русско-японской войне. Ну вот перед ним стояла задача сделать точную копию вот этого Владимирского храма. И он это сделал. Я вот как-то имела счастье, значит, видеть роскошнейший альбом, посвященный этому объекту. Это выдающийся памятник, это храм-памятник, ну, в основном все храмы-памятники, но это вот памятник в честь погибших моряков. Какие там были росписи, какое там было количество мраморных досок с погибшими и так далее. Ну что, его просто взорвали в советское время. Все. А вы хотите сказать, что какая судьба сейчас? Да. Ну не знаю, кроме вот этого скромного сооружения, которое как бы память в честь этого храма-памятника. Но это, конечно, было совершенно выдающееся сооружение, потому что это не просто было воссоздание, оно было воссоздано в этих формах Владимирского храма. Но там был совершенно уникальный интерьер. Там же какие были росписи, но расписывал не он. А, вот, ну вот такая трагическая судьба одного из самых выдающихся объектов. А? Фотографий не было, только эскизы, да? Нет, почему? Вот это огромная книга, о которой я вам говорю. Mm-hmm. Там, знаете, каждая буквально фотография лощеными такими вот листами проложена. Вы просто поинтересуйтесь, там есть фотографии. Это публичная библиотека или где это? Так, я вот не помню, где я ее смотрела. Но это, понимаете, это такой фолиант, он не может быть в двух экземплярах. И где уж я его может. Смотрела, только... А? Может. Нет, он с нормальным тиражом. Он был, этот фолиант был выпущен какому-то юбилею. И вы найдете там громадное количество материалов. А как он называется, извините, польский? Как он называется? Нет, во-первых, он сделан на русском. Это российское издание. А как он называется? Ну, я не помню, как он называется. А, храм, памятник морякам, вот, спасения на водах. Ну, точное название, просто он прекрасен тем, что он очень большого масштаба и с очень высококачественными фотографиями. И больше, чем в этой книге, уже нигде ничего нет. И это все Перетяткович, это памятник ему, конечно. Примерно, ну сейчас скажу, он какого-нибудь примерно 2010 года. Потому что он был построен в 16-м, практически перед революцией. Вот. А взорван, наверное, в какие-нибудь 30-е, но это посмотреть можно. И вот я думаю, где-нибудь вот в 10-х, вот таких вот годах, чтобы под его юбилей. Да. Можно спросить? Да. Скажите, пожалуйста, Никита меня зовут. А Березовский и Перетяткович, или Перетяткович, я правильно сказал? Да, Перетяткович. Они погибли в Варшаве в 44-м? Нет, Перетяткович умер в Киеве, это факт. А он как раз Лилевич погиб в 43-м году. Значит, Лилевич в это время, вот война идет, значит, сами понимаете, какое положение. А он работал над ним теоретическим трудом по восстановлению, по реставрации. И вот в 43-м году, это было одно из... он оказался на улице, и началась бомбардировка. Он погиб. Нет, вот, извините, он умер, он был расстрелян немцами во время Варшавского восстания. А, ну
И вот на улице Дикой, на известное место. Спасибо. Да. И его труд, которым он занимался во время войны, вот посвященный истории, архитектуре, его жизни и так далее. К сожалению, я так поняла, как не обнаружили его следы. Угу. А Галязовский в 44-м умер тоже в Польше? Погиб, то есть? Галязовский? Да. Нет, он умер здесь, в Петербурге. Здесь, в Петербурге. А вот там был еще написан Ян Слупский, который принимал участие в строительстве костела на Невском. А о нем что известно? Смотрите, там был сам начал Ян Слупский. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Слупский – городской архитектор Петербурга, автор частных резиденций, церквей, железнодорожных станций, участвовал в работе по строительству костела Святой Екатерины. Умер в 1891 году. Потому что вот архитекторами конца 18 и 19 века, лично я, это не мой период исследования, это в основном занималась Малгожата Амелиновская, 19 веком, поэтому у нее там очень много имен, которые мне незнакомые, имена я в рабочий словарь внесла, но непосредственно их биографиями я не занималась. Еще один вопрос, Жазовский архитектор Станислав, он был такой знаменитый польский философ, марксист и католик Жазовский. Ага. В это же время, он не родственник его частного, знаете? По крайней мере, мне таких сведений не встречалось, потому что есть Жазовский Болеслав Антонович, это тоже архитектор, есть Жазовский Валерьян, есть Брожовский Евгений Феликсович, а вот вашего философа я не знаю. И не встречала такие. Но это, наверное, фамилии бывают одинаковые. Но есть одна фамилия. Спасибо. Главное, архитектор Жароновский. Вопрос касательно Лилевича, Заборский Сергей. Вопрос касательно Лилевича. Вы не подскажете, есть ли какие-то издания? Вот в свое время издавались такие книжки архитекторы Петербурга, Петрограда, Ленинграда, да, небольшой формат. Вот там про Лидоволя было точно, да? А вот про Лилевича нет таких изданий? Может быть, на польском языке? Про польский язык я не могу сказать. Большая статья о Милановске про Лилевича. Может быть, потому что о Лилевиче, есть большая статья, естественно, Кирикова. На польском Петербурге есть статья. Потом про Лилевича писала Ирина Белинская. Она называлась «Лилевич. Другая Балтика». Она рассказывала об его объектах, когда он уже уехал в Польшу, что он строил в Гданьске, там, на Балтике. Потом в книге Исаченко есть статья тоже Лилевич в основном все-таки у нас Кириков. А чтобы отдельная какая-то была монографическое исследование, я такого не вижу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.